Зачем в хрущевках строили тайную комнату? Почти в каждой квартире в хрущевках была загадочная комната размером 1 метр на полтора без окон, света и вентиляции. В народе ее называли «тещина комната». Туда действительно периодически ставили односпальную кровать или раскладушку, чтобы поселить любимого гостя, а в больших семьях там мог ночевать какой-нибудь член семьи. Однако зачастую она использовалась как кладовка. Люди хранили там закрутки, лыжи, велосипеды, чемоданы, ну и все, что могло вдруг пригодиться. И тем не менее, изначально ее строили для другого предназначения. Поскольку квартиры в хрущевках по размеру были очень небольшие, загромождать пространство огромным шкафом было не лучшим вариантом. Поэтому было решено сделать в таких квартирах гардеробную, где люди смогли бы хранить свою одежду и обувь.